Это рокеры. Наши, отечественные. И еще точнее, донецкие. Слово «рокер» английское. Термином этим на Западе окрестили группу бесчинствующих ночных мотоциклистов. Представьте себе. Ночь. По всей ширине центральной улицы города катит лавина мотоциклов. Фары включены. Глушители сняты. Рев, треск. Тысячи разбуженных людей. Неизбежные столкновения, травмы, порой смертельные. В общем, с какой стороны не посмотри, а иначе как злостным хулиганством, это не назовешь. И встает извечный вопрос. Что делать? Парадоксально, но факт. Решать эту проблему в Донецке взялась милиция. На одном из совещаний по поводу рокеров у начальника Донецкой ГАИ капитана Ковальчука возникла идея попробовать приобщить их к патрульной службе. Лейтенанту Сердюкову удалось установить с ними контакт. Встретились, поговорили, посмотрели друг другу в глаза. Сотрудничать, поколебавшись, согласились. Спасибо, конечно, милиции за ее усилия, но это, увы, не решение проблемы. Тем более, что в среде рокеров раскол. Часть из них объявила войну тем, кто сотрудничает с милицией. И чем все это кончится, одному Богу известно. Нет уверенности у милиции, нет ее и у нас.